Доброго мирного времени суток, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости канала. На связи канал «Что в старой шкатулке». Всех приветствую. Мира, добра, хорошего настроения, крепкого здоровья, мир вашему дому. И продолжаем нашу постоянную новую рубрику «Не сиди дома, иди ищи, вставай с дивана, находи, не сдавайся и зарабатывай», друзья мои. По пути на почту забежал я в одно интересное место и нашел телевизор, друзья мои, Panasonic. Телевизор Panasonic. Смотрите, вот у нас здесь плата. Есть у нас красное золото, друзья мои. Я тут, как всегда, расположился на балконе своего прекрасного дома. Давайте знакомиться, давайте смотреть, посмотрим, что же мне удалось найти. Вот такая вот плата здесь, друзья, смотрите. Вот такая вот плата. Такая вот историческая на нем пыль, видите, куча разных радиодеталей. Смотрите, вот такие вот радиодетали. Видите, друзья мои, кстати, все те платы, которые я находил, наш разбор старых советских телевизоров, все платы я продал на аукционе Виолити. Кстати, сейчас на них очень большой спрос. И ребята, охотники за драгметаллом, тоже не спят, друзья мои. Тоже они хотят заработать, тоже хотят как-то выживать в это время. Тяжелое время, когда нет ни работы, ни зарплат. Приходится как-то вот выживать. Вот такая вот плата. Куча таких вот проводов. Конечно же, сегодня же я его выставлю на аукцион Виолити. Попробуем его продать. Я думаю, что покупатель найдется. На каждый товар есть свой покупец, друзья мои. Смотрите, хочу еще раз показать. Кто силен, смотрите, пишите, комментируйте данное видео. Может быть, есть какие-то интересные радиодетали. Такая вот массивная, большая одна плата. В заграничных телевизорах единственная плата. Это не наши советские телевизоры, где очень много плат. А тут, видите, как экономили. На всем экономили. На радиодеталях, на проводах, на меди, на алюминии и так далее. Ну и красное золото, друзья мои. Самое главное, красное золото. Смотрите, вот такой вот пучок у нас. Ну где-то вот полкилограмма уже есть, друзья мои. Занесем мы к Василию, нашему уважаемому Василию. Кстати, медь у нас подорожала. 195 гривен. А доллар у нас сейчас в Украине 40 гривен, друзья мои. Тут немножко, видите, латуни, медь. Так вот все красивенько я смотал. Такой вот пучок получился. Ну, конечно же, не обошлось без травм. Видите, работаю без рукавиц. К сожалению, снова я забыл рукавицы. Ну, ничего, до свадьбы заживет, друзья мои. Вот такой вот у нас сегодня коротенькое видео. Такой вот коротенький обзор. И у нас радиотехника, то, что я нашел, то, что удалось разобрать, то, что удастся нам заработать и так далее, друзья мои. Вот такое вот коротенькое видео, такой вот коротенький обзор наших таких вот лутаний, нашего улова. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, друзья мои. Кстати, кто хочет помочь моему скромному каналу на развитие моего канала, всем буду благодарен за любую помощь. Внизу будет ссылочка, номер карты, друзья мои. Всем мира, всем добра, всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья. Мир вашему дому. Собирайте, коллекционируйте. До новых встреч в эфире. Ждите, друзья мои, новые интересные видео, новые интересные обзоры. Конечно же, подпишитесь на мой скромный канал старины и антиквариата. Всем хорошего дня. Пока. Удачи. До новых встреч. Пока.